Я, по-моему, фильм придумал. Знакомиться с чуваком с одним. Уйди, а. Главный герой, да? Вот у него там очередной кризис очередного возраста. Симагин с женой приперся. И чё? Как чё, Алинка? Ждала, готовилась, а этот козёл пришел с женой. Знаешь, обычные люди со своими обычными человеческими проблемами, пусть банальными, но какими-то родными, узнаваемыми. Ты сам с ней расстался и купил ей небольшую квартиру. Нормальную. Небольшую. Нормальную небольшую квартиру. Мне надо, чтобы у зрителя был эффект узнавания. А водки немало? Нет, нет, водка есть. Просто если сразу все выставить, то сразу все и выпьют. Он же алкоголик. И мудак. Ну так артист большой. Так и мудак не маленький. Всегда права. Отвратительное качество. Кстати. Поэтому я с ней не живу. Нет, не поэтому. Я оператор Юра, я сплю с лопушками. Как слышу вот это вот кадр один, дубль один. Рефлекс. И какой вывод? Не ждите, что будет хорошо и станет как-то полегче. Тебе идея-то как? Очень понравилась. Да? Другое дело, кто это будет смотреть? Анекдот. Театр, идет какой-то спектакль, голос из зала. Врач в зале есть? Мужик какой-то говорит. Я врач. Коллега, какую херню мы с вами смотрим?